Такого представления даже искушенная цирковыми постановками Рязань еще не видела. Это будет не просто цирк на воде, а самый настоящий полноценный мюзикл. Рязанских зрителей мы будем удивлять. В первую очередь нашим теплом и огромным количеством воды. Да? То есть такого привычного пространства манежа, как обычно, не будет. Будет совсем небольшой островок, а все остальное игровое пространство – это вода. Наши русалки плавают в этой воде, да. У них настоящие хвосты, да. Они даже машут зрителям, да. И у них огромные глаза с ресницами. Все основное действие происходит либо в воде, либо через воду. Новогодняя история «Одиссея», по словам организаторов представления, будет грандиозной премьерой. Сочетание музыки, воды и тепла погрузит зрителей в атмосферу Древней Греции. Будут и сюрпризы. Например, новогодняя елка вырастет прямо из воды. Да и Дед Мороз будет особенный. В костюме, сшитом специально для Рязани. Он представит силовые номера, например, надувание грелки. Впрочем, образов будет много. Тоже один из важных образов. Это Афина, такая сильная богиня. Богиня, да. Вот, и мы вместе с Алексеем пытаемся передать эти чувства, которые они испытывали друг к другу в мифе. Вы все это увидите, если придете к нам, посмотрите. По сценарию бог Уран посылает своих морских подданных указать путь Одиссею. Этими проводниками станут морские котики. Мешать им будут троянцы, химеры и медуза Горгона. И все это в непередаваемой атмосфере мюзикла. Исполнитель основной партии Алексей Коновалов поделился главным посылом представления. Я сижу, и Дед Мороз в данном случае, для того, чтобы я ему помог, вытаскивает меня из зала, ну, как бы простого человека, для того, чтобы простой человек стал героем истории и помог справиться с ситуацией. Мы говорим о том, что самый простой человек и становится на самом деле героем в жизни всегда. Он никогда к этому не готов. Никогда его не проходят никакие там курсы подготовки, там, не получают суперсилу какую-то с космоса. Там. Ничего такого на самом деле нет. Мы прекрасно понимаем, все мы земные люди. Просто человеку приходится это делать, и он становится на этот путь. И он это делает. Огранка шоу, которая подчеркивает одновременно фантастичность и реалистичность происходящего, это гладь бассейна, красота фонтанов, симфония пиротехники, видеодекорации. Это представление должно вызвать настоящий фурор. Билеты уже доступны в кассах Рязанского цирка.